Так случилось, что именно сегодня, когда мы готовили в эфир материал из детского сада номер 42, нам на редакционную почту пришло видеописьмо от родителей воспитанников сада. И волнует их именно безопасность на дороге. И прямо за территорией дошкольного учреждения «Родничок» видно, что по дороге идут большегрузные машины. А тротуар у сада плотно заставлен припаркованными автомобилями. Движение очень интенсивное. Угодить здесь под машину проще простого. Идти с маленькими детьми к саду надо по проезжей части. Ограничители движения есть, но они стоят не перед калиткой. Напоминаю, что стать мобильным репортером легко. Присылайте видео к нам в редакцию, оно вполне может попасть в эфир.